Вот заблочили ютуб, стали продвигать ютуб. Ты иди его смотри, если ты голимый дуб. Лучше видео смотреть в низком разрешении, чем рекламу на рутубе, да и с ним мошенья. И про властных блогеров с дикою цензурой. Тот рутуб будешь смотреть, станешь круглой дурой. Тормозной и вялый сервис не идет в сравнение с гуглом. Это как сравнить пытаться робота и шарик круглый. Рутуб, шляпа, рутуб, шляпа. Как Роскомнадзор офисер, если смотришь ты рутуб. Мост через уши вышел. Шляпа, рутуб шляпа, как Роскомнадзора высер. Если смотришь ты рутуб, мозг твой через уши вышел. Смотришь ты вот тут, мозг твой через уши вышел. И про властных путь.